Приветствую, друзья! Мы снова вместе. И у меня потрясающая новость. Я написал книгу. Наконец-таки. Книга получилась, если в аудио, то это 4 часа прослушивания. Представьте себе. И эта книга будет в разных версиях. Будет электронная версия. Будет аудиокнига с одним из лучших голосов, Алексей Росошанский. Он мне сделал начитку. Это тот самый волшебный голос, который у меня есть в кино. И будет также печать. Печать будет чуть-чуть попозже. Это уже мой первый продукт. Я выступаю уже как писатель. Могу уже сказать, что я являюсь писателем, потому что у меня первая книга уже есть. Я надеюсь, что еще будут, потому что я это пишу очень медленно, очень душевно, только в состоянии потока. Я не могу писать от головы, потому что надо. Данную книгу я написал там за несколько лет. То есть она небольшая, но в принципе время на нее ушло очень много. Благодарю своей команде, благодарю свою жену за то, что она меня все-таки в сторону книги сдвинула. Ее энергия это сделала. Вот. И в общем, читайте, наслаждайтесь. Это просто что-то с чем-то. Но это еще не все. Вторая новость. У меня сейчас записывается музыкальный альбом Energy Breathing. Энергодыхание. То есть музыка энергодыхания. То есть я придумал такой концепт. В общем, вот представьте, да, разные треки пишут. Там исполнители, музыканты пишут там дип-музыку, техно, этнику и так далее. Я думаю, почему бы мне не записать свою музыку, не создать с нуля. Но в эту музыку можно вшить элементы дыхания. Вы можете просто слушать трек, в котором будет просто некий такой фоном голос неподалеку, да, так на каком-то заднем дальнем фоне он будет дышать. Но это будет так гармонично вшито в музыку, как будто сам трек такой. То есть, ну, что-то там, какое-то дыхание там происходит на фоне. Но те, кто знает, те, кто в теме, вы знаете, что вы можете под этот ритм дыхания присоединиться и не просто прослушать музыку, но еще и подышать. Вот это интересно. Представьте себе, такая музыка, я понимаю, что она выходит впервые, потому что никто не делает специальные треки с дыханием. Но, скорее всего, я положу начало этому движению. Сейчас 100% какие-то музыканты, кто-то еще, кто занимается музыкой, кому-то это попадет, вот эти мои треки, мои занятия, мои музыкальные композиции, кого-то зацепит. И сейчас может быть пойти новая волна на планете музыки, в которую вшито дыхание. Вот зафиксируйте этот момент. Сейчас у нас 23 декабря 2021 года. Вот. Если эта тема пойдет дальше, и исполнители, музыканты, композиторы начнут в свои треки электронной музыки, этники вставлять уже голос дышащего, и можно будет под каждый трек не просто послушать, а еще и подышать, вот это значит, что я пустил эту волну на планете. Посмотрим, что из этого получится, фиксируем, мне самому интересно. Потому что для меня это просто эксперимент, как пойдет или не пойдет. Вообще, может быть, эта музыка вообще просто не зайдет вам, она может не понравиться, и все, и на этом проект умрет. Да, ну, выпущу там какую-то серию треков, ну и все на том, да, успокоимся. Но может быть и сторона намерения силы сдвинется в другую область. Это подхватят все музыкальные мировые исполнители и начнут вшивать свое дыхание в свои музыкальные треки. Вот такая вот тема, очень интересно. То есть первая новость – это книга. Книгу, которая у меня уже написана, она сейчас идет в издании, проходит какие-то этапы. Сейчас декабрь, слишком большая заваруха у всех, много дел. В общем, скорее всего, в 2022 году книга уже выйдет в свет. Аудиокнига она также будет в печатном виде. И, естественно, скоро на всех площадках появятся треки моего исполнения.
я с командой написал эту музыку, и, соответственно, она будет с элементами энергодыхания. Можно будет просто включить трек и просто послушать, и подышать, и кайфануть, получить терапию, так скажем, просто прослушав музыку. Естественно, читайте описание под этим видео. Есть ограничения, нельзя связанно часто дышать во время движения за рулем, либо в ванной. Вот, либо когда вы едете на велике. С этим нужно быть очень аккуратным, потому что техники энергодыхания – это достаточно сильная штука. И это напрямую влияет на изменение состояния сознания. Соответственно, мы получаем такие мощные эффекты, мощное продвижение в плане развития и расширения сознания, не принимая никаких веществ. Вот это важный момент. То есть можно ничем не закидываться, можно даже избавиться от вредных привычек, чем-то закидываться, благодаря вот этим практикам энергодыхания. Это важно. Не дадут мне соврать, многие люди избавились и перешли на энергодыхание, побросали все вредные привычки свои. Они написали истории жизни в комментариях под многими видео, что эта техника их жизнь поменяла в лучшую сторону. Поэтому, друзья, вот такие новости. Посмотрим, что из этого получится. Я сейчас уже думаю насчет следующего фильма про энергию «Сома». Я надеюсь, вам понравилось это кино. И мы что-то еще придумали. Мы будем делать исследования для того, чтобы это подтвердить уже в цифрах и научным путем. Потому что и так я могу доказать, что есть феномен самадхи. Я могу взять человека, практически любого человека, и перевести в это состояние. Потому что, когда вы находитесь с человеком, рядом с человеком, который находится в самадхи, вы тоже попадаете в это состояние. Это уже, это не я придумал, это уже много кто об этом говорили, много где это фиксировали. Что когда вы приезжаете в монастырь к монаху, который медитирует, очень глубоко в медитации находится, вы можете сесть рядом с ним, и вы получите вот этот же эффект. И он вас в эту медитацию может перевести, ничего не произнося, просто молча вы попадаете в самадхи вместе с ним. Да, не так глубоко, как он, но все равно его поле переводит ваше внимание в это состояние. И об этом много-много историй, много людей, которые это подтвердили на личном опыте. Вот я также могу это сделать, подтвердить, но нужны цифры, нужны данные, нужны параметры, нужно замерить активность мозга во время перехода в самадхи, и нужно, конечно же, посмотреть, что с химией в теле. То есть если подтвердится факт, что я могу менять химический состав крови, гормонов в организме, не применяя гипноз, не применяя техники дыхания, но никак не воздействуя на тело, просто сидя, то это уже, друзья, фиксация феномена, которому дальше уже можно дать такой более широкий ход и охват. Друзья, такие новости. Подпишитесь обязательно на канал, заходите в Telegram, ставьте лайк, пишите комментарии, чтобы еще хотели узнать про новости. И в следующем видео у нас уже будет практика.